Итак, друзья, всем привет! Game Show Open, четвертый сезон квалификации и схватка между командами, квесты TCY. И что же у нас, на живые раунды пошли? Вот у нас пошел очень хороший энтри-фраг, еще один килл он брейн-деда. Фанаток у нас убивает Кви, за один, и остается у нас 3 в 0. Ребята выигрывают на живой раунд. Еще и Егор Кей у нас убивает своего тиммейта. Еще и второго тиммейта он тоже также убивает. И посмотрим, какую сторону ребята из команды TCY выберут. Поздненько по составам у нас. Команда Квест, Вальтер, Z1, Roma in the House, NCW и Фензор. И команда TCY, Фанатрок, Брейндед, Арт, Латра и Егор Кей. Латра у нас выбирает свап. Они будут играть за сильную сторону на этой карте. Напоминаю, у микрофона GK. И система у нас Best of 3. Также напомню. Скажите, просто что там по звуку, все ли хорошо, все ли нормально, как с качеством. Ну что, пошла у нас пистолеточка. Ребята занимают у нас дефолтные позиции. А ребята из команды Квест пока что никуда не торопятся. По-моему, Roma in the House он зашел в темочку. Будет ждать небольшого поджима от команды контртеррористов. И ребят втроем из команды Квест передвигаются по лангу, пока что без бомбы. Вышли ребята из коробочки. Так, пошли у нас смоки. Смоки у нас залетают на шорт. Пошла флешечка. Арт стоит пока что в одного на ланге. Вот, уже должен давать инфу своим тиммейтам. Фанатрока вместе с ними стоит у нас на зиге. Арт на гусе ослеплен. Уже ребят должны из команды Квест заходить. Пошли смоки. В Z1 проходит смок. Просто ребята на мужика бегут. Хороший хедшот нас делает Z1. Также хедшот нас вешает NSW. И ребята из команды Квест перетягиваются на плент Б, бомба уже там, Фанатрока чекает, сити спаун убивает у нас, Z1, увы, не попадает по своему визави. Ну что, бомба поставлена, 4 в 3 ситуация у нас. Ой-ой-ой, вот это найс, неплохой хедшот от, парня из команды Квест. Ну и что, 2 в 4 ситуация. Фанатрока пока что ждет, его заметили в дверях. И ребятам уже нужно выходить, у них очень мало времени. NSW просто спреет без бешеной скорости по фанату Рока, убивает он его. Остается 1 в 4 у нас. Парень из команды TCY, ну и что же, это первый раунд за командой Квест. Ну что, ребята из команды TCY у нас взяли форсированный бай. Будут пытаться забрать девайс противника и не дать им нарастить свою экономику. Так, ну что, у нас дефолтный расход от команды TCY. И ребята из команды Квест четыре вместе с бомбой пытаются пройти на лонг. Уже у нас неплохо так получил Атра по лицу. Roma in the House зашел в нижнюю темочку, ждет поджимчика. И он его находит. Брендет убивает Roma in the House. Финзор его разменивает. Также Финзор дабл килл. Слышит, ребята, у нас сити спаун. Вальтер заходит, прочекает линычку, ставит закрытую бомбу. Ну что, по-моему, поставлено. 4 в 3 ситуация. Видел флешечку у нас Вальтер. И спускается у нас сити. Пока что у нас Латра в нычке сидит. Так, ребят, подождите секундочку. Да, сейчас я исправлю изображение. Пошли, давай отбираем бомбу. Ваня попросил.
Так, друзья, пока, к сожалению, ничего не могу сделать со своим экраном. Я в перерыве все это буду фиксить. Прошу прощения за такие небольшие технические неполадочки. Но пока придется смотреть так. Ну что, пока у нас второй раунд. У нас ребята из квест выиграли. И у ребят из команды TCY экономический. Так, тут у нас Арту скидывают CZ-шечку. И ребята из команды квест выходят в мидл. Брейндед уже делает энтри фраг. З1 пытался как-то начекать сити спаун своих противников, сам получил по лицу. Брейндед делает второй килл. Убивает он Вальтера. И ребята бегут в мидл на мужика. Брейндед, боже ты мой, квадрокилл. И это эйс от Брейндеда, просто красавчик. Ну и что же, у нас пошел быстрый выход на Б-план. Брейндед делает даблкил, одного сжигает, одного убивает с калаша, фанат Рока. Чекает двери на Б-планте. И Брейндед снова разбирается практически всей командой. Квест. Ну и это 2-2.
Ну и что ж, друзья, у нас тут Арт убивает Рома in the house. Я говорю, как обычно, с выключенным микрофоном, прошу прощения, друзья. Так, Z1 знает что-то по своему последнему противнику, пытается его прострелить через ворота, но, увы, это не получается. Счет 5-5 становится. Ну что, неплохие медленные раунды от команды Quest. Думаю, стоит ребятам из команды TCY пытаться как-то это законтрить, делать небольшие аркадки под флешку своего тиммейта. И пытаться за слабую сторону, за сильную сторону вытащить как можно больше раундов. Так, Вальтер откидывает фейковые флешечки, чтобы дать ребятам из команды Сивай. Надеюсь на то, что будет как раз таки аплент, а сами ребята из команды Квест перетягиваются в верхнюю темочку. Вальтер стоит на шарте, не знаю, видел ли его Латра. И ребята с бомбанойся нас со своим тиммейтом у нас... Ой-ой-ой, потек нижнюю тёмку, Z1, неплохой хэдшот прострелом по Егоркею, какая реакция от Z1, убивает он брейндеда, Латра все еще ждет на шарте, но чувствую, он никого здесь не дождется. Вальтер, дабл хэдшот, остается бедный, один Латра, один против пяти с 5-7, оу, тут неплохо так огрызнулся, наш товарищ. Ну и вот уже с нижней темки поджимают. Это 6-5 за командой Квест. Ну и что же, это экономический раунд от команды TCY. Денег у них совсем уж нету. Будут ребята пытаться как-то выбить девайс, какая неплохая флешка! Но, увы, Финзор, CNSW рушат все надежды команды TCY на удачный исход раунда. Брейндед со своим тиммейтом уже на сити спауне, но, увы, у них нет ни одного оружия, кроме пистолетов, уже убивают Брейндеда. В Егорке просто три патрона, три типа целятся, это 7-5 за командой Квест. Ну и что? Закупились, да, ребята из команды TCY. Не так хорошо, как хотелось бы, но тем не менее, бай какой-никакой, но есть. И это будет снова выход на B-плент. Ребята, с Квест все неплохо получается с ним плентом. Пошли у нас флешечки. Брейндед неплохой огонь закидывает. Уже сидит нам за коробочкой. NSW чекает его. Также убивает он Егоркея. Неплохой смог в двери фанатрока, увы, ничего не может сделать. Засмочили просто все входы-выходы. Вальтер ставит бомбу. И это 3 в 5 ситуация. Ребята с команды TCY. Нужно отходить назад. Ибо денег у них нету. И отдавать свои девайсы они категорически не намерены. Так, фанат Рока у нас убивает Вальтера. Бомба у нас тикает-тикает, и скоро она взорвется. Ну и что, это у нас будет очередной раунд за командой Квест. Фанат Рока также убивает Рома и Дехау. Не знаю, ребят, зачем из команды Квест прутся на лонг. Один отхватился в ПЕ, другой полез, но...